Итак, доброе утро, мои прекрасные зрители. Сегодня мы с вами будем красить яйца. Сегодня чистый четверг. В четверг красят яйца. И в субботу. В субботу можно красить до полудня. Так, что мы делаем? Вот у меня такие яйца. Они уместные, наши болгарские. Вот карта Болгарии, вот отсюда они доставляют нам. Вот такие вот они желтенькие. Я их помыла. Вот они уже в кастрюльке. Взяла я такую кастрюльку с широким дном. Так, помытые. Заливаем их водичкой. Яйца должны быть комнатной температуры. Вечера их достаньте с холодильника, чтобы они темперировались. И заливаем комнатной температуры водичкой, чтобы она покрыла наши яйца. Вот это так. И ставим на огонь, чтобы они закипели. Маленький-маленький огонечек. Чтобы они покипели минут, ну так хорошо, чтобы минут 10 покипели. И потом будем красить. Будем красить их вот такой краской. Эта краска красная. Первым яйцом должно быть яйцо красного цвета. И первое яйцо должно сохраниться в течение года. Возле иконки его поставьте. И оно будет стоять весь год. Так. Итак, мои родные, вот ставим на огонь наши яйца, чтобы вода закипела. И она тихонечко-тихонечко кипела, чтобы наши яйца не сильно побились, чтобы они не дрончали в кастрюльке минут 10. Я купила, вы знаете, в моих покупках были белые яйца. Вот они. Но вот этот номер я не смогла стереть. Вы понимаете? Подскажите мне, чем и как можно его стереть. Вот этот номер. И содой терла. И препаратом для мытья посуды терла. Ну, все равно остается. Вот эта краска остается, понимаете? Она вот. Не могла я ничем их и оставила. И буду варить вот такие вот коричневенькие. Но они тоже покрасятся. Так, ждем, пока они сварятся. Варятся 10 минут на тихонечком огонечке. Итак, мои родные, забыла вам сказать, что варить яйца нужно в хорошо подсоленной воде. У меня вот такая вот соль. Крупная, она каменная, морская, морская кристальная соль, йодированная. Видите, она какая крупная, кристаллами. Я положила сюда хороших 5 столовых ложек соли. Ну, правда, вот видите, одно яйцо вот это вот уже немножко треснуло. Но я буду надеяться, что они все треснут. Вот начинает закипать. Пусть они покипят 10 минут. Вот так, все. Итак, мои родные, наши яйца сварились. Сейчас мы подготовим краску. Вот такая вот у меня краска. Она на 20 яиц окрашивает. Вот здесь вот состав, рецепт, как нужно красить, как варить яйца. Так, вот такой пакетик. Мы его открываем. Насыпаем в нашу пиалочку, наливаем горячей воды, кипятка,
До половины. Так, и 2 столовые ложки уксуса. Раз, два. И все хорошо размешиваем. Так, опускаем наши яйца. Ждем определенное количество времени, смотрим по цвету, как они будут краситься. Так. Вот такой красивый цвет у нас получается, красный, очень хороший, насыщенный. Первое яичко мы отложим. Это у нас пойдет на иконку. Сюда отложим. Красный цвет. И вот в такой лоточек я их буду собирать. Вот так. И так продолжаем все наши уже сваренные яйца. Если где-нибудь наше яйцо треснуло, то мы его просто порежем на салатик или еще куда-нибудь порежем, приготовим из него уже что-нибудь готовое. Но цвет очень хороший. Эта краска, она съедобная, кулинарная. Ее можно добавлять в тесто, в крем. Она съедобная. Понимаете? Так. Сейчас я вам. Так, вот наши яйца. Так, продолжаем их всех красить. Цвет очень красивый, мне нравится. Красненький такой, багрово-огненный. Яйца должны быть горячие. И в горячую нашу жидкость их окунываем. Уксус нам нужен, чтобы фиксировать цвет, чтобы он у нас не исчезал. Но цвет очень хороший. Видимо, краска свежая. Так. Так. И так продолжаем наши все остальные яйца. Итак, мои родные, вот наши яйца покрашенные. Я отделила для иконки отдельное яйцо, первое, самое первое. Я вам покажу мою иконку, как я делаю. Вот. Они должны хорошо остыть, наши яйца. И потом мы их намажем постным маслом. Вот так. Итак, мои родные, вот моя иконка. Это иконка святого Николая. Вот так я ложу яичко. Видите? Вот так оно у меня. Это такие вот, ну, это типа четкие, но не четкие, но они куплены в монастыре, монастырские, освященные. Вот так вот у меня здесь лежит яичко. Я его каждый год ложу. Вот это яйцо с прошлого года. Вот смотрите. Оно не пропало, не протухло, не попортилось. Ничего с ним. Так.
Так, дальше что мы делаем? Мы ложим наше свежее яичко вот так внутрь. Оно еще тепленькое. Вот так вот. И возвращаем нашу иконочку. Она у меня в специальном месте стоит. Такая вот. И она ждет до следующего года, до следующей Пасхи. Вот. А это яйцо мы потом его с вами откроем и посмотрим, какое оно внутри. И какой у нас будет год в этом. Удачный, неудачный год будет. Вот так. А наши яйца пока остывают. Мы их потом намажем вот таким постным маслицем. Итак, мои родные, давайте проверим наше яйцо. Какое оно у нас простояло целый год. Оно легкое. Ничего в нем не тарахтит. Есть и года, когда тарахтит желток внутри. Так, давайте его разобьем. Ну вот такое яйцо. Немножко оно хорошее яйцо. Итак, остыли наши яйца. Мы берем обычный тампон, ватный диск. Смачиваем его постным маслом и каждое яичко вот так вот смазываем и возвращаем на место. Сегодня у нас чистый четверг. Сегодня принято убираться в доме, купаться, стирать. Можно прибирать дом, подготавливать к Пасхе. Вот такие вот у нас будут яйца. Я потом в конце их сфотографирую и вам покажу. Вот так. Желаю я вам всем сегодня приятных хлопот домашних. Красть яйца с детками, своими родными, чтобы это было весело. И будем ждать уже нашей Пасхи. Пасху я буду выпекать. Наш болгарский кузунак. Попробую сделать. Так что, мои родные, желаю я вам сегодня веселого, счастливого дня. Берегите себя, занимайтесь приятными домашними делами и готовьтесь к великому дню, к Пасхе. Все. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и ждите новых видео. Все, мои родные. Всем пока.